Задержание опасных преступников, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов – это только часть большой работы, которую проводят росгвардейцы по соблюдению правопорядка. В 2020 году подразделения ОМОН и СОБР были задействованы в порядка 1000 специальных операций. Задержали более 170 подозреваемых в совершении преступлений. За аналогичный период сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии порядка 3000 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу тревога и пресекли более 220 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества. Краж не допущено. Не раз в уходящем году специалисты взрывотехники ОМОН выезжали в районы Рязанской области для обследования боеприпасов, которые находили местные жители. Но это далеко не все. Росгвардейцы усилили контроль за оборотом оружия. И за этот год изъяли свыше 1300 нарезных стволов. В настоящий момент на территории Рязанской области под контролем Росгвардии находится свыше 30 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых имеется более 40 тысяч единиц гладкоствольного оружия и порядка 7 тысяч единиц оружия ограниченного поражения. Ситуации, которые связаны с реальной опасностью, в работе росгвардейцев немало. Четко отработанные действия спасают жизни. Воссоздавали возможные ситуации весь этот год на базе учебно-тренировочного центра. В наступающем росгвардейцы продолжат здесь оттачивать свои навыки. К выполнению новых служебно-боевых задач они готовы. Олеся Котровская, телекомпания «Город».